В Генеральном консульстве России в Бресте открылась выставка филателистов, приуроченная к 175-летию со дня рождения художников Виктора Васнецова и Василия Сурикова. Эти деятели искусства оставили значимое наследие и оказали огромное влияние на мировую культуру. Поэтому открытие столь важной выставки оставалось лишь вопросом времени. Этот юбилей мы не могли как-то пройти мимо и... Совместно с Белпочтой, совместно с Брестским отделением Союза филателистов Белоруссии появилась идея почтить память и творчество этих великих русских художников. Конечно, мы рассчитываем на то, что среди посетителей этой выставки в нашем генеральном консульстве будет много молодежи. Потому что наша общая задача сейчас заключается не только познакомить подрастающее поколение с шедеврами русского, российского искусства, но и сделать так, чтобы они его полюбили. Состоит она из двух частей. Первая часть – это три стенда современных российских марок, выпущенных в течение последних 30 лет, которые нам представила АО «Марка Москва». Знаю, что у нас тут такое большое событие, они прислали этот... Три стенда экспонатов и сувениры. Вторая часть экспозиции состоит из уникального собрания известного члена Белорусского союза филателистов в Бресте Наума Эстрина. Начиная с детских лет, он увлекался филатерией и посвятил этому не один десяток лет. На выставке представлен разнообразный спектр марок, конверты и почтовые гашения из коллекции «Живописные этюды Большой России», посвященные художникам-передвижникам. Сурикова у нас знают все, картины его там. Про Альпы, про гибель стрельцов. Есть только одна бытовая картинка, как защищает снежную крепость. Это единственная у него бытовая картина, остальные все чему-то посвящены. Вот боярина Морозова, это столкновение двух религий, понимаете? Степан Разин, это... Крестьянская революция. Выставка не ограничена только творчеством Сурикова и Васнецова, отраженным филатерией. Здесь представлены творения Ивана Крамского, Владимира Маковского, Василия Верещагина и других великих русских художников, которые прекрасно передают живописный мир. Кроме того, можно увидеть редкие почтовые марки, посвященные творчеству русского панорамиста Франца Рубо, основоположника русской школы панорамной живописи. Выставка открыта по предварительной записи до 26 июля. Владислав Подоровский, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.